Видео подготовлено сайтом online-gdz.net, страница 24, упражнение номер 3. В этом упражнении мы должны выяснить верность данного равенства. 45 умноженное на 8 равно 45 умноженное на 4 и умноженное на 4. 45 – это первый множитель, который верен и в левой части равенства, и в правой. А вот 8 мы должны заменить произведением двух чисел. 8 – это 4 умноженное на 2. Поэтому у нас получится следующее равенство. 45 умноженное на 8 равно 45 умноженное на 4 и умноженное на 2. А не на 4. Значит, данное равенство является неверным. Неверно. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.